Так, мои хорошие, ну что, получили вы адреналин по первому видео выкидушек, а теперь я хочу, чтобы ваши жилы затряслись, и вы увидели вторую коллекцию из 150 зажигалок, которую я вам хочу представить. Поехали. Здесь у нас пистолеты зажигалки разной модификации, есть СССР, ИМКО, Корона и другие. В основном те зажигалки, которые вы увидите, это немецкие зажигалки. Все в продаже. Австрия. Есть у нас, вот смотрите, я думаю, что это скорее всего копия накладка, а может быть и нет, с рунами. Но серединка все австрийские. Есть у нас вот такие шикарные. Очень много запчастей. Очень много интересных зажигалочек. Есть оригинальные зиповские. Повторюсь, очень много немецких зажигалок. Сейчас я вам покажу вторую часть их. Военные зажигалки. По ножам уже писали, ребята, ножи от 1500 одна штука. Меньше цен не будет. Все сейчас очень дорого, достается очень-очень дорого. Вот они красавицы у нас какие. Помните, 3 года назад мне попалась коллекция сумасшедшая, или 2 года назад зажигалок. Очень круто я их продал. И вот следующая коллекция. 150 живых зажигалок. Я считаю, это бинго. И сейчас я вам покажу вторую часть зажигалочек шикарных. Вот они, ребятушки, вот такая красота. Так, мои хорошие, а у нас вторая часть. Смотрите, какая прелесть. Очень много имковских, имко зажигалки. Есть музыкальные. Продолжение у нас вот такие пистолеты зажигалки. Дешевого, ребята, ничего уже не будет. Все дорого. Сура. Без матюков. Рига, Омега. Вот смотрите, есть окопное творчество. Сорок третий год. Так, что показать? Вот такие подарочные варианты. Вот редкая тоже зажигалка Омега. Музыкальная зажигалка. Сейчас мы ее заведем. А, что-то она перестала работать. Прекрасно. Есть зажигалки Рига. Так, Ленинград. Это все, ребятки, нечастое. Старые-старые. Человек это собирал лет 7. Извиняюсь, может, руки у меня грязные, потому что перебирал Холстон Бир. Это все будет в продаже. Все зажигалки в продаже. Почти все рабочие.
Вот есть такие интересные ракеты. Смотрите, ребятки, облизывайтесь и делайте предзаказы по Вайберу. Вот, я считаю, что такая коллекция заслуживает мега-мега лайков. Смотрите, какая прелесть. Космос. Кремль. Тоже Москва. Элегант сатт. Вот так вот. Пистолеты-зажигалки все от 500 гривен. Дешевле цен не будет. Некоторые, может быть, доработки там, но это не страшно. Пошла массовка, ребятулики.